Так, в прошлом году по воскресеньям голодал, и то польза была очевидна. Действительно, главное регулярность, будете голодать. Можно в воскресенье голодать. Я, например, вот начал с понедельника, понедельник, там вторник, среда. Можно голодать, знаете, в дни Икадаши. В дни Икадаши это 11 и 26 лунные сутки. Там очень мощная энергетика, сама по себе энергетика. Оказывается, мы, знаете, мы сейчас, когда человек не на голоде, он мало ощущает эту энергетику, он, как бы сказать, от нее особо не зависит. Но когда вы будете на голоде, вы сразу же почувствуете, поддержит вас окружающая энергетика, пространство, или не поддержится. Вот именно в 11 сутки, 26 сутки очень хорошо голодать. Энергетика мощная, и вообще есть в лунных днях сутки с мощной энергетикой, которая просто-напросто вас настолько стимулирует, что и есть не надо. И вы пройдете легко и просто, будто, знаете, еще огромное количество энергии у вас будет.